sport. It's in the game. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doings now know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked down the long, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Hardest days for you. Let's throw them out the window. That's what those lovers.
Здравствуйте, приглашаем вас на футбол. Очередной матч чемпионата вот-вот начнется. Быстренько представимся сами. Юрий Розанов и Василий Соловьев, ваши комментаторы. Ну, а команды, надеюсь, вам знакомы. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. И мяч уходит на угловой. Очень уверенно на втором этаже защитник свою команду выручает. Перехват — награда за его старания. Хороший подкат и, главное, чистый. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Мяч вылетает за лицевую линию. Это будет угловой. Выбит мяч. Эпизод закончен. Опасный момент. И удар приходится в кого-то из игроков защищающейся команды. Шпел. Видим мы борьбу. Мяч. Забрался в офсайд. Футболист пробьет соперника. Есть возможность немножко перевести дух и ввести мяч в игру вбрасыванием из аута. И это Стивен Джерард. Мяч в центральной зоне. Перехват. И, конечно, это Стивен Джерард. Почти что гол. Ушел мяч за лицевую. Угловой удар. Выручил команду, вытащил и забирает намертво. И принял хорошо, и сохранил. Великолепная игра в собственной штрафной. И делает передачу с фланга в штрафную площадь. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Времени на эту жестикуляцию, я думаю, что мизер игроку отведет. Отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел, за пределы поля. Случился рикошет, и, естественно, вполне что мяч в ауте. Угловой будет понял. Повезло немножко, потому что все вроде бы делал правильно. И я не понимаю, почему мяч полетел, так сказать, так слабо, да еще и никуда. Ну как, голова круглая, мяч тоже. Точка соприкосновения — это очень тонкий момент. Хорошая попытка. В следующий раз угловой, может быть, получится. И это Стивен Джерард.
хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Думаю, на... хороший момент. Ну что ж, вздохнем и посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. Ну, хорошая поговорка, и в данной ситуации подходит 100%. Свисток арбитра фиксирует аут в пользу Ливерпуля. Не доходит удар до ворот. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Замахиваться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. Игра. Есть время. Забивай. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. Вот она, скидочка. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Классическая комбинация с фланга в центр. И опекуна рядом больше нет. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Ну, давай!